Здравствуй, изба. Ну-ка, давай по-нормальному. Обернись ко мне передом, к лесу задом. Ну вот, другое дело. Здравствуй, изба. Здравствуйте, ребята. Пришли в избушечку. С ночевкой. Сегодня здесь заночуем, завтра пойдем за мозгами березы. Бабка, открывай. Леший пришел. Так. Вроде все нормально. Много комментариев было, типа, зачем ты прячешь печку, вдруг кто-то здесь заблудится, замерзнет потом под избой тут. Короче, вот люди не знают даже, где эта изба находится, а пишут. Это не тайга, ребята. Я вот только, ребята, забыл дверцу притащить. Это-то у нас разбилось стеклянное. Блин. Походу, сейчас оно все остальное отпадет. Все. Походу без этой придется спать, ночевать. Блин, а. Ребята, как так-то я забыл, что дверца здесь сломана. Буду надеяться, что будет топиться и не дымить в эту сторону. 8 километров обратно, неохота идти. Все прибрать, вымести. Вот так вот у меня не влазило полено. Раз даванул. Вот здесь вот это вот, вот эти вот борта мешаются. Наверное, буду как-то все равно ночевать. Дверь, может, приоткрою. Так и переночую. Идти уж неохота, 8 километров обратно. Просто так, что ли, прогулялся. Так, сейчас дровишек наколю. Тут даже много чего я наколол, конечно. Ставить. Первый пошел, второй. Что мне нравится в этой конуре, то что здесь жарище нагревается вообще махом. Сделал вот такую вот систему. Больше ничего не было, чем закрыть. Вот немножечко еще тут поддымливает. Вот с этой щели. Вот так вот. И будем ночевать. Ничего, заночуем потихонечку. Нары вот, блин, сломались. Сломалась доска еще. Гнилая попалась. Подпорочку надо сделать, тоже будет. А то упаду тут. Чай с метком. Вкуснятина. Из еды сегодня не буду ничего готовить. Взял готовую проверенную кашку гречневую из монетки. Вкусная. Самая любимая моя каша из монетки. Остальные чепуха. Я вот такую еще на пробу взял. У кого есть магазины Ермолино, у нас вот продается такой плов с курицей. На подпорку. Так. Вот такой вот. Вот так вот, замечательно. Никуда не денется уже. Если в другом месте не сломается. Пойду сейчас позаготавливаю, наверное, на ложечке веток. Зато смотрите, как удобно подкидывать можно. Вот так вот, раз. Все. Опа!
ветровочку забыл. Ничего так я не нашел, друзья. Одно гнилье. Час, наверное, ползал. Так, ничего нету. Сейчас покушаю, наверное, и пойду в другую сторону сейчас схожу. Там посмотрим. Больше мне нравится холодное. Ну, не холодное, теплое. Комнатной температуры. И с горяченьким чайком сладким. Это, конечно, вещь. Намного вкуснее. Ну, на вид неплохо вроде бы. Мясо присутствует. Вон куски прям сверху положили. Может, внизу их и нету, конечно. Сверху так наклали. Нормальная кашка. Твердоватая только, как будто недоваренная немного. Магазинская помидорка, конечно, чем-то схожа с подошвой. Твердющая. Надо поменьше, по одному полежку лучше кидать. Жарище. Но так-то вроде сейчас не дымит. Что-то я думаю, наверное, я зря здесь яму выкопал. Раз баню построил там возле землянки. Это, наверное, строить уже не буду. Сейчас весной другая стройка начнется. Солнце садится. Ладно, пойду прогуляюсь, еще посмотрю в этом райончике. Смотрите, какая березка закрученная. Прикольно так. Что ж тебя, бедную, так прижало-то с сугробом? Браконьеры хреновы. Спилили макушку у елки. Вон там, значит, тоже спилены. Да, тоже спилены. Наверное, если меня здесь кто-нибудь увидит, скажет, что это я спилил. Не, ребята, здесь вообще голяк. Никаких доброго материала никакого нету. Да, бог с ним, что не нашел эти коряги. Потом найду, ничего страшного. Я больше здесь отдохнуть хотел. Избушки поугостить. Доброе утро, ребята. Один раз вот это упала задвижка. Хорошо, что там было, ну, вот так примерно немного дров, и она не дымила из-за того, что мало было. Конечно, если полная печка была бы, то, скорее всего, бы дымок пошел. Ладно, ребята, сейчас Тюйковского попью. Пряничками, если я их не забыл. Нет, не забыл. И пойдем выдвигаться потихоньку. Время у нас 8:30. Ну, хорошо, что вот на улице тепло. Если бы дубак был на улице, да, я бы тут точно примерз. С приоткрытой дверью-то. Ноги укрывал ночью. С фуфайкой своей. Пряники задубевшие какие-то, тоже как подошва. Не, оставлю зверушкам. Спасибо, изба. Подмерз. Красота. Ну все, ребята. Пришел уже такой вот лесок. Бензопилу забрал из тайника своего. Вон там он в рюкзаке лежит. Ну, сегодня морозно, градусов
около 20, наверное, 20. Вот там, а где-то внизу, у реки, видал я его. Это когда здесь походную баню делал. Здесь чайку попью. Такое интересное место. Стоянка здесь звериная. Ну, тут крыша над головой есть. Все укрывает листочками. Сейчас, кстати, шел и заметил такую особенность. Бобры валят только березы и осину. Сосну не валят. Ни одной сосенки погрызано нету. Вот это кричит козел. Короче, не могу его, ребята, спилить. Цепь тупая. Не пилит ни хрена. Ё-моё. Все никак я не добуду этих капы. Вот столечко пропилил так. Знатный теленок прошел. Кого-то здесь раскапывали. Перебили. Казалось бы, вроде выйди в лес, напили заготовок сколько надо. Но нету. Ни одной валежины нету. Опять день в холостую. Зверушками поделился тоже. Всем привет, ребята. Вчера полдня так проползал, ничего не нашел. Вернулся в город, заночевал. И чувствую, вчера еще почувствовал, что такое состояние, как организм борется перед заболеванием. Сегодня решил сходить в баню попариться. Выгнать всю хворь. Так что сейчас затопим баньку. Что-нибудь там на костре приготовим. Досочку с собой взял, повырезаю панно какой-нибудь. Thank you.
вишки на баньку. Возьму здесь. Ну все, ребята, везде все затоплено, кочегарится. Сейчас можно будет картошечки пожарить на костре на обед. И буду сидеть вырезать. Погода сегодня отличная. Минус 4 было, уходил. Днем вообще обещали там 0. Эта неделя теплая. Надеюсь, больше не будет морозов. Уже надоели. Сперва допустил ошибку, когда начал чистить картошку в костер. Думаю, козлики не откажутся. Оставлю здесь. Картошечка получилась, что надо. С дымком. На костре, конечно, намного вкуснее, чем на плите дома. Сейчас с чайком сладеньким, с метком. Жареная картошечка. Кстати, у меня там чесночок еще есть же. Вот, сейчас другое дело. В деревне всегда, даже с температурой, ходил в баню. Хоть и нельзя, говорят, но наоборот, мне помогало на следующий день. Ну, если, конечно, там уже не совсем хороший такой вирус поймал, когда под 40 лежишь, уже тогда в баню точно не пойдешь. Там и останешься. А так... Баня, как там по поговорке, баня лечит, баня правит, баня все поправит. Это правда. Хорошо помогает от простуды. Уже нагрелось, хорошо так. Градусов 25-30, наверное, 30-ка. 30.
третья закладка. Ну ничего, хорошо в этот раз. В избу новый стиль. Погода прекрасная. И в баньку сходим. Жалко, березовые мозги не добыли. Ну ничего, потом налаживаю бензопилу. Надо будет летом. Летом чаще, побольше надо заготовить на зиму. Капов, сувелий там всего. Летом-то все равно путешествую, туда-сюда, везде хожу. Попроще, чем зимой по сугробам ползать. Также дерево, деревьев надо будет заготовить материалов. На спилах мне понравилось панно делать. Интересно так получается. Липового дерева бы где-нибудь найти. С липой у нас туговато, конечно. Так что вот такое вот видео в этот раз получилось разнообразное. Жалко, вот только дверцу забыл у печки взять. У меня там есть цельнометаллическая еще дверца в комплекте шла с ней. Надо будет не забыть в следующий раз ее притащить. А то повезло в тот раз, когда ночевал, то что уже прогоревшая была печка. Так и вправду. Последняя ночь могла бы быть. Ну вот, друзья, такая черновая заготовка. Здесь дерево, здесь костерок со сковородкой. Отсюда у себя слезал. Ну и здесь такое деревья, лес, дерево. Накидала такую вот черновую работу еще. Буду детализированно все проделывать на чистовую. Ладно, пошел в баню. Истопилась вроде. Нагрелась там. 45-50 было. Последний раз заходил. Ну, практически 50 градусов. Попаримся сейчас. Хорошо, когда тепло. Летом, наверное, вообще тут до сотки можно будет разогнать баньку. Нормально получилось. Хоть и на скорую руку. Ой, красота. Все, сейчас никакой болезни не останется. Вот так вот в этот раз погуляли, ребята. Всем огромное спасибо за ваши комментарии. Делайте заказы на деревянные изделия. Кому что нужно сделать. Может, подарок кому-то хотите. Там панно, нардишки. Свои какие-то изделия предлагайте. Пишите ссылки в описании, ВКонтакте. Очень это поддерживает ваши заказы. Как и обещал, никакой рекламы у нас нету. Никакие карточки не рекламирую. Все, от всех реклам отказываюсь. Живу только за счет своей рекламы. Себя только рекламирую. Своими силами зарабатываю. Так что ладно. Всем еще раз спасибо. И до новых встреч. Удачи, здоровья, ребята.